Я не вижу бросков. Вижу болтовню. Например, мне. Я бы хотела, чтобы у нас было правительство, как в России, в России. Чиновники платят дом. А в Германии тоже в Германии нормально. Так, стоп, вот левое и правое. Я считаю, вы делаете. Первый номер. Первый номер. Вы делаете заднюю подножку. Что ты встал? Вы делаете заднюю подножку. Работаете. Вы вот эти две пары самостоятельно. И там через первую скалем. 10 раз. Раз. Два. Четыре. Например, Есть!
например, русский солдат. Есть! Все, дайте, все, закончим. Все, закончили. Вы так беседу ведете? Что-то вперед закинуло. Сделали. А теперь еще раз. Сашенька, сюда. Значит, смотрите, я беру правой рукой. Правой рукой. Видите движение, да? Он держит движение, потому что вижу заправить. Вот. Отсюда. Значит, поднимаю руку, делаю движение. Раз. Вышел. Два. Вышел. Мне не надо вот это. Я хочу, чтобы вы стояли во фронтальной стойке, сделали шаг, развернулись и опять вышли. Вот это движение. Оп. Полностью иди сюда. Он там, я здесь. Перехожу линию, поворачиваюсь. Оп. Несколько движений и сюда. 10-5, 10-5, 10-5, 10-5, 10-5, 10-5, 10-5. Ты 100 раз и я 100 раз. Кто останавливается, наказываю, сразу буду бить. Вы делаете заднюю. Джен! Кто? Ты как падаешь? Представь, что здесь асфальт. Дай ногу. Ну, Аша сзади. Садись. Вот. И Ирика. Понимаешь? Значит, твоя нога впереди. Он тебя раз, и не стой на двух ногах, а раз на этот, хоп-хоп, и потом садишь. Давай. Раз. Я не вижу. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, поменяли, раз, два, стоп. Стоп, упадай. Я что, вы шумовец? Еще раз, посмотрите внимательно. Ваше плечо не должно быть вот здесь. У вас есть предплечье, плечо, вот две кости, локоть. Вот это место лучше всего держать вот отсюда. Или сверху, или снизу. Вот движение, видите, вот. Раз, ноги, чтобы я туда. И вот отсюда. Раз, если высоко, присядьте чуть-чуть. Присядьте, видите движение, за счет только ног. Пошли. Все, честно, да, так. Иди сюда. Отсюда. Давай.
Все нормально. А если вам тяжело, вот мне тяжело, у меня живот. Че?
Славу Крепу. Так. Так, более.
Ну, задержи, чтобы не разглядывали. Сейчас я делаю держание сбоку, захватываю руку и не шею, чтобы не порвать, а туловище. То есть под рукой ставлю. Одну руку под руку, другую. Пожалуйста. Сейчас вот свисок выдумал. Внимание! Стоп! А мне что надо делать? Смотри. Сели на колени. Сели на колени! Так, ладно, если я возьму и не разминался, будет тяжело уйти. Откройтесь, я тебя зову. Еще раз, подождите, садись. Посмотрите, вы хотите уйти с удержания. Пока. Ну что, мертвый что ли? На дойно готовите. Ну представьте, что вы дерете. Упал и лежишь, сзади тебя ногами пинают, даже не закрываешься. Плюет в лицо, ты лежишь. Еще раз. Бери захват. Значит, первое, что не надо вот эту руку сюда ему сунуть. Засунуть. Значит, еще раз. Стараться уже лечь на бок, уже его не подпускать. Даже теперь, даже если он хочет брать, чуть-чуть не давать. Вот рукой сюда. То есть уже здесь быть, уже повернуться к нему, чтобы потом можно было уйти сразу. А вы легли. Приготовились. Дай мне подругу. Один, два, три, четыре, пять.
Хорошо. Молодцы. Так, первый номер ложится на живот. Сейчас скажу, кто. Четверг. Бурдужа. Сырбу. Вискун. Боля. Якобуц. Петелин. И далее. Остальные сверху сели. Сверху сели. Защита. Самая хорошая защита — это контратака. Поэтому те, что сверху вам делают удушающий, болевой, и переворачиваются удержанием. Стоп! Вот, 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 Виктор. Если он лежит и прогибаешь против, ложишься на него грудью и душишь. То есть, когда ты лежишь на нем, то есть оба прогибаетесь. А так, если ты сел, то он поднимает полностью. Садись. Приготовились. Внизу защищается, сверху нападает. Но тот, кто внизу, не надо просто так лежать. Стараться уходить тоже. Бах! Ну, Вот эти два.
я потом буду оттуда там вытаскивать, если это подбивает. Хорошо. Вот он подальше стек. И вот там кусок торчишь еще, вот убери. Далее, вот так. Да. Хорошо. Да. Сами заправились. Так. Влад, посчитай, сколько у нас здесь пар. Пар? Да. Четыре мужчины. Стань, 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 стань. Дайте друг друга рядом. 8 пар. 2 новички, 2 9. 9. И вот эти, да? Да. Хорошо. Значит так. Вот это уходит. Вот эти уходят вдвоем. Садитесь сюда. Так. Это 2 пары ушли. Еще 2 пары. Сейчас я скажу, вы вдвоем и вы вдвоем. Вы идите туда, садитесь. Ну как? Сюда. Сюда. Вы игрока женский? Нет. Это, сюда. Так. Значит, хорошо себя чувствуешь? Все нормально? Смотрел физическую серию. Не подпускаю. Вот послушайте меня. Лучше ни разу не упасть. Ну, 1 бросок постараться сделать. Чем делать 10 бросков и 20 раз падать. Вот представьте, что вы боксер, да? Пропустили 1 раз, ладно, еще 1 раз. А если 10 раз? Нокаут. Да не обязательно. Просто сейчас провели исследование мозгов, вот эти люди, как они, американский футбол играют. Они же головой вперед, да. Шлем, все. У них большие изменения коры головного мозга. Показывали здорового человека и больного. И у них они очень сильно возникает болезнь Паркинсона. Это когда руки дрожат. Раз. 2. Забывает очень много. Агрессивные становятся. Многие жизнь самоубийством кончают. Это те, кто занимается американским футболом, где есть столкновение. Или падение. Поэтому, как его заставляют падать? Так падать, что не видно, что вы падали. Упал, перевернулся, встал. И что, это падение? Это не падение, это кувырок. Поэтому мне не понравилось под дзюдо правило, когда делаешь бросок, и нужно падать на партнера, чтобы был эпох. Я об этом все время говорю. И не переучивал вас, правильно ли? Да. Потому что все, приготовились, будьте аккуратны. Так. Ну, после дедушка стоит, а ты... Будь аккуратен. Сэрву, запомни, он физически сильный, не подпускай его близко. Влад, аккуратно. Аджио! Следующий готовит. Уже заправили. Стараться бросать джинзер 2 руками. Вика, подсечки не делай, я покажу, как правильно делать. Разворачивайся. Не просто ногу, а разворачивайся. Поверни сюда, тогда он упадет. До конца, до конца. Виктор, о, не Виктор этот, Левин, ушли. Вот здесь, даже не знаю. Он как-то атаковал, ты должен делать хорошо. Пар, 3-10 секунды. Все, стойко. Все, и по. Отлично, сэр, умница. Отлично. А, вот это упал. Я думал, Влад сделал. Ну, развернуться надо было, кувыркнуться. Это лучше, чем, как это называется, джиу-джитсу. У нас считается, а ты понимаешь,
стал бросок делать. И слышишь, через него кувыркнулся, он падает на базаре. Кувыркнулся, ты и пост. А ты наоборот разворачиваешься. И Кока. Сейчас зовут Кока. Ну держи ногу, эй! Упал и лежит, папы. Великолепно. Все было ты. Дай стол отнеси, пожалуйста, сюда забивал. Вот там. Шпагат делал? Я? Да. Да. Пойди мне ногу вот так. Хочу видеть. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Хорош. А то у тебя делается центр подхват и сразу потянешь. Знаешь, как это будет? Как это не так? Куда? Щитки одевай. А? Щитки, газы, купите. А? Что, когда полежишь в больнице, как я, 100 долларов, 150 уйдет, все будешь помнить. Следующий уже готовится. Не падай. Вот сейчас на силу работаю. И печально. Вот это печально на начальном периоде. Делай просто бедро. И все. Через плечо с бутом. Видите? Видите привычку у него? Бросил, а не упал, и сразу же все, а потом начинает походить уже плотно. Где он же? Матей! Матей! Заправились. Сразу нужно заправиться. Денис, шаг вперед. Все, поклонились. Вышли. Так, мы вдвоем ко мне. Вышли, следующие. Хоп-хоп-хоп, выше, выше. А можно мне еще раз? Я могу. Сергей Анатольевич, а можно мне дальше? Не могу. Не можете? Пока не могу. Влад, на секунду, подойди ко мне. На секунду. Ну сюда. Так, вы вдвоем, пущу я оттуда. Ушла. Так, вы берете ко мне. Значит так, ты знаешь с кем? Ты знаешь с кем? Значит так, пять бросков. Раз, задние подброшу. Вернее, три броска вправо, три влево. Аккуратно. Потом они вот туда, вдвоем. Пошли. Понимаешь, мельницу я тебе чем говорю, ты будешь бороться по трынке. Должен знать, как это взять. Это будет не тебе. А под золотом немножко другой закон. Я покажу. Так, я смотрю, если они плохо падают, значит, они вам сегодня сделают 30 бросков. Мне нужно, знаешь как, мне нужно, чтобы они хорошо падали. Мне не нужно, чтобы они хорошо падали. Приготовились? Ажи! Thank you.
делаете отлично. Делаю. Вот здесь, вот здесь. Делаешь ему 10 право, 10 лево. 10 право ты не делаешь. 10 право, 10 лево. Давай, время, время, время. Стоп. Давай, делай. Так ты садишь, видишь, у нее нога как лоб. Она лобу себе поломает. Делай так, чтобы вот она сделала шаг назад. Вот он делает, делает шаг назад и подними ногу. Прыгай и упади. Хорошо? Мне, наверное, главное, чтобы ты хорошо. Так, стоп. Вот так. Вот умница. Подними. Еще раз. Он когда влезает, вот посмотри, он делает, делает, раз, вот так. Прыг, прыг. Ну, на другой. Хорошо. Да, Матэ, Алик, сюда. Все, вы будете. Все, бороться, вперед, да. Значит, сегодня. Ну, это красиво.
Да.
Да, иди к нему. Иди сюда. Коля, вот здесь. Сюда. Сюда. Ваш, иди сюда. Вот сюда. Вот ваши два мата, будьте аккуратны, там еще взрослые. Ваши два мата. Сюда. 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 Так. Кто еще? Даня. Саша, мы собрали, мы. Так, Миша. Миша, вот Миша, нет, Миша, Миша, иди побери Саши, иди сюда, Миша, что ты, блин, маленькая, ударил, блин, как худенький, что смеешься, блин? Он меня... Значит, посмотрите, мальчики, вы стараетесь бороться вот смотрите, раз, два, три, четыре, вот это четыре мата ваши, ушли сюда. Вот, идите сюда, вот ваш этот мат. До свидания. Вот здесь, вот здесь. Так, ты написал, да? До свидания, мобильный. Только четко напиши, побольше, чтобы я... Давай, давай, Денис. А вы там готовьтесь, вы готовьтесь, заправьтесь и готовьтесь, пойдете бороться. Чеза, пояс снял, одел, заправил. Давай, Влад, давай. Все, больше. Ты не кушаешь, да? Не кушаешь. Значит так, я завтра, блин, одного выгоню, а тебя поставлю... Аккуратно, стоп, 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 все, Матэ. Эй, Андрей, не лежите там, вот здесь. Стали стойку все, Дани. Стойку. Стоп, Коля, какой класс? Восьмой. У нас сейчас нет. Вы во сколько начинаете? Седьмой. А, ушел. Во сколько начинаете? Обед. Который утром или... Да, не он, не там утром, а час где-то там, пол первого. 12:10. 12:10. Четвертый. Да. Лекс, 1, 2, 3, 4, после пятого урока ты подходишь к обеду, а я подойду туда к 12, буду ждать тебя. Я одного выгоню, все выгоню, я одного всех все выгоню, и скажу, чтобы вместо него кушал ты. А уже с декабря ты будешь официально. Так, еще раз. Номер пишу. Давай. Лео Алекс, класса шахты А. Значит, все, телефон есть. Подойдешь завтра, я в 12 часов подойду. Все, давай. А то он кушает, блин, кое. А ты не будешь кушать. Так. Отлично. Еще раз, Макс, напишите, Макс! Встань стойку! 3 секунды стойка! Это Макс? Это я кину. Вот Андрей! 3 секунды стойку! Возьми, пожалуйста, вот тут, возьми и ставь. Вот сюда, на тот ковер. Куда? Сейчас. Ли, это, Лоренцо, Саша, у вас еще одна пара на ковре. Идешь к эстраде. У вас еще одна пара на ковре. Опа, аккуратно. Где как были? Дани! Брэд, ты ранимай! Дани! Миша, Дани!
Стой! Миша!
Послышал. Трень! Макро! Чинч! Шарте! Шарте! Оп! Делаем! Ново! Ново здесь! Еще 10! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Отдыхаем! Пошли вокруг, раз, оправились. На поезд. Лешенька, пройди, 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 нельзя сразу. После большой нагрузки нельзя. Пройди два кружочка, потом отдыхаешь. Вперед на тебя кидают. О, как ты хотел. Ну, нет, ну не знаю. Да, блядь. Денис, у вас завтра есть русский язык? Да, я не хотел. Два урока. Я завтра в театр. Это после обеда? Да, в 12:31. В 1.30 начинается первый урок, и в 12:30 первый. Нет, это минуты задел. 12 у нас урок. 12:30? Да, первый начинается. Я пойду с пацаном, что сразу там ходит и живут на шаг. 12:15 мы кушаем. А второй раз мы кушаем. Это мясо. Первый 9:30. Приготовили. Что? Миша, так она дерется, ничего не имеет. Дана Никулина. А кто ведет? Дана Никулина будет. 25. Наша руководитель. Она идет с вами. Я же говорю. Она ко мне. Она вообще ходит. Директор Аджу. Да. Когда лестница, директор. После директора. А ваша фамилия как? Николина Коря, 25. Коря, это Лукенко, да? Да. Лукенко. Нас тоже забирают, Сергей Анатольевич. Завтра. Тоже хотят нас в театр этот. Тоже? Как ее? Лукенко. Сержант. Дома Степана, да? Да. Это те, которые вот мы продали Борочке, помните, когда? Вот нам из вас продали. Вот мы сами интересны, почему не пойти? Пожалуйста, только на другой день. У тебя республика, мы. Понял? Как обниматься. Он тебе не девочка. Приготовились. Вот так будете работать, так... Девочка поставит руку, вы как пивни через бедро, только будьте внимательны. Бросать, Даник, сюда. Даник, сюда. Оставь чучело. Оставь. 10 отжиманий, приседаний, пресс. Внимание! Чей! О! Стой! Трей! Патрон! Шапка! Шапка! Ну! Вече! Быстрей! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Дождь здесь!
Разрешаться! До 10, не успеете заправиться и построиться. Будем еще раз бросать. Еще раз будете. Подожди. Давайте еще раз. Дольше. Три. Патру. Гимно. Чинч. Шапка. Шапка. Оп. Ну. Сечи. Так. Сейчас. Макс, домой. Пока я иду. Ты что думал? Я дал один кофе. Сергей, если у вас на уйти, у меня нет стена. Что-то получается давно. Я сказал, вот иду на эти. Так. Документы. Кто хочет, может поставить. Тут же я заставляю. Так, ребята. Бананчики, лимончики, вайфайчики. Че, тусики, тусики. Это а то она не вспомнила, кто свищи, даже не сколько нам на нас. По нас не делает. Да? Ты мне кровать положи. Наша кровать. Я боюсь, что так подумал. А кто их брал? Это я брал, я скинирую. Сергей, а завтра на что делать? Я буду там завтра в школе в 12. И подойду, поговорю. Хорошо. Только вы не ходите и не кричите по всему классу. И вы не сказали им, что мы будем в понедельник. Не будем обрубать. Да, значит, они нас поругали, что спорт да. На первом месте, что на втором. Здесь противный лицей. Нет, я не сказал. Да. Надо было сказать. Давид, тут что за нормально. Надо сказать, что извините, это один раз. А я забыл, где надо было сойти.